А вы смотрите новости. Курсы по изучению иностранных языков подорожали в Казахстане на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz. Заметнее всего услуги выросли в цене в области ЖТСУ сразу на 60%. В тройке антирейтинга также Алматы и Астана. Почти на 11% дороже стало обходиться и профессиональное обучение по востребованным профессиям. Наибольший годовой рост зафиксирован в Туркестанской области, наименьший – в Павлодарской. Во втором квартале этого года в стране оказали вспомогательных образовательных услуг больше, чем на 9 миллиардов тенге, причем львиную долю за счет средств бюджета. В региональном разрезе больше всего услуг в секторе пришлось на Алматы. В пятерку лидеров также вошли Астана, Атырауская, Мангистауская и Кызылординская области.